И всем привет, друзья! Меня зовут Макс, вы на канале Мыша. Сегодня в этом видео я вам покажу, как забрать военный вертолет, как взять военный вертолет из военной базы. Я вам все это покажу. Это очень крутой военный вертолет, на который можно стрелять. А это вот, не обращайте внимания, это мой друг, который здесь стоит и бухает. Короче, не будем медлить, давайте погнали. Берем тачку. Слепоргини. Она здесь называется Слепоргини, но на самом деле это же Ламборгини, обычная Авентадор. Так, ребятки, мы едем, знаете куда? Нам нужно сейчас найти на карту и вот здесь точку пометить. Вот тут. Все, мы пометили точку и мы едем прямо за точкой. Ну, точка нам показывает другую сторону, ну там правильнее. Но, ребятки, я сейчас же срежу путь. Господи, первый столб мой, я базарю, стрелки за 100 и пипец мне. Так, едем вон туда, куда нам стрелка показывает, но можно по-другому Блять, здесь прямо корабль. Так, едем вон туда. Так, вот так вот прыгаем. Блин, а мне вся ломба, короче, уже смятая в смятку, блин. Жалко, морду, конечно, флам разбил, но ничего. Так, мы едем вон туда, куда нам стрелочка показывает. Такс. Мы въезжаем в эту штуку, как его, этот... Не знаю, что это. И заезжаем вот сюда на базу. И, ребята, вот здесь сразу, в правом углу, вот здесь, этот вертолет стоит. Мы берем его и взлетаем. Ха, я сейчас от этих копов быстро убежу, потому что я профессиональный, блядь, угонщик от полиции в игре Dudes Edwards. Сейчас я от них быстро убегу, вы не переживайте здесь. Сейчас я от них быстро... Вот, я уже пробежал, я уже от них убегаю, вот. И вот, ребятки, этот вертолет вот так вот ракетами стреляет, он очень крутой. Но, ребята... Для новичков сейчас функцию покажу, секретную. Как его же посадить? Блядь, ты вообще конченая или чё? Короче, ребятка, просто так этот вертолет посадить не получится, потому что вы его разобьете, если вы просто будете съедать. Сейчас я вам покажу, как на нем нужно садиться. Например, смотрите, я летал, и мне захотелось приземлиться. Мы вот так вот, ребят, плавненько вот так вот приземляемся, смотрите, вот так вот. Вот так, плавненько, вот. Вот так вот, смотрите. Вот так мы приземляемся, вот так. Плавненько, ребятки, вот так плавненько. И как только вертолет начинает касаться земли, мы из него вот так вот выпрыгиваем, и вуаля, он сел, ребята. А я показываю, что будет, если его посадить просто. А теперь, ребята, смотрите, что будет, если я просто вертолет буду садить. Вот так вот, смотрите. Я его сажу, и посмотрите, он вот так вот вечно на бок окусится, и оно вот взорвался, видите? Так что пользуйтесь, ребятки, и... И не забывайте соблюдать правила воздушного движения. Всем пока!